Всем привет! Это видео о том, как включить режим совместимости Windows 10. Этот режим позволит вам запускать программы, которые работали в предыдущих версиях операционной системы Windows, но в 10-й версии либо не запускаются, либо работают нестабильно. Итак, приступим. Заходим в свойства программы, открываем вкладку «Совместимость», выбираем режим совместимости с нужной нам версией операционной системы. В параметрах можно дополнительно произвести настройки, которые помогут запустить даже очень старые программы, предназначенные для самых ранних версий операционной системы Windows. Нажимаем кнопку «Применить», чтобы изменения вступили в силу. Второй способ. Он будет полезен в том случае, когда вкладка «Совместимость» отсутствует. Сейчас мы не будем обсуждать причины, почему такие ситуации возникают, а просто посмотрим, как в таком случае можно настроить режим совместимости. Итак. Вводим в поиск выполнения программ, созданных для предыдущих версий Windows, и запускаем. Нажимаем «Далее». Смотрим предлагаемый список программ, либо выбираем программу сами, отметив, что ее нет в списке. В данном случае программа присутствует в этом списке. Нажимаем «Далее». Если мы хотим вручную задать режим совместимости, то выбираем «Диагностика программы». Отмечаем пункт «Программа работала в предыдущих версиях». Выбираем версию Windows, с которой нужно обеспечить совместимость. Нажимаем «Проверить программу». Программа запустилась в режиме совместимости. Закрываем программу. Нажимаем «Далее». Выбираем «Сохранить параметры», чтобы в дальнейшем программа запускалась по умолчанию с такими настройками совместимости и вам не приходилось повторять подобные действия каждый раз. На этом все. Спасибо за внимание.